9-летний мальчик на велосипеде попал под машину в Тирасполе. Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. Авария случилась на нерегулируемом перекрестке Суворова и Чкалова в минувшее воскресенье. Дача ехала по главной дороге, когда, со слов водителя, на зебру неожиданно выехал ребенок на велосипеде. 19-летний водитель дачи не успел среагировать и наехал на мальчика. Пострадавшего госпитализировали в республиканский центр матери и ребенка. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, множественные гематомы и ссадины. На данный момент состояние тяжелое, потому что получил травмы соответствующие, но контактный, жалоб он не предъявляет, у него постельный строгий режим, он находится на интенсивном посту, как бы все стабильно сейчас, слава богу. Он в сознании, отвечает на вопросы, он улыбается, жалоб не предъявляет, просто если сравнить с тем, как он поступал, это рвота, это головокружение, это не мог ни стоять, ни лежать, ему было, самочувствие было очень такое тяжелое, дискомфорт выраженный, то сейчас это ребенок, если не знать анамнеза, то он нам нравится. Но смотришь на обследование и смотришь на анамнез, он нуждается еще в интенсивной терапии, еще в отделение сегодня не переводится. В течение недели пострадавшего переведут в хирургию. По факту ДТП идет разбирательство.